двигай за дома. Двигай, двигай, пока я зажигаю. Двигай за дома, двигай за дома. Двигай, двигай, пока я зажигаю. Двигай за дома, двигай за дома. Ребята, в Петергофе! Путешествие по Питеру продолжается, и мы в Петергофе. Только что мы прошли бесплатный вход и идем к платному. А все почему, Виталий? Ребят, потому что мы мозгом. Мне ничего не придумать. Ну что, это свершилось. Мы в Петергофе. Самое красивое место в нашей стране. Здесь я, мои друзья и кофе за 520 рублей. Спасибо тебе, Петергоф. Вот она красотища. Петергоф, радуешь ты меня. Ну и конечно же, как без кофе-то за 520 рублей. Теперь он всегда в кадре. На здоровье, Ром! Ну, как говорится, был телефон у Романа. Как говорится, был, да сплыл. Ребят, привезли в Петергоф этого красавчика-мужчину. Поэтому посмотрите на этот красотищу. Петергоф! Кайф! Ром, как бы стой! Итак, ladies and gentlemen, Роман Гриценко идет за самой шикарной фоткой сегодняшнего дня. Рома, как, дошел? Как идется? Поворот! Двигай задом, о, двигай задом, ага! Двигай, двигай! Сегодня поспал 2 часа, встал злой как собака, вообще думал ехать, не ехать, но ради такой красоты можно было вообще не спать. Петергоф просто радует. Очень рад, что попал сюда. Просто кайф на самом деле. И мы, Рома, тебе... Ребят, ну что я вам могу сказать? Питерские пляжи настолько суровы. У кого-то щебенка, у кого-то что-то камни, у нас такие камни. Так что не загорайте. Как бы ложитесь, загорайте, кайфуйте, как бы, Виталь. Вот, вот это пляж.